Что, даже не заплачешь? Крестим. Хорошо, давайте покрестим. Ванну, блядь. Ребят, ну когда Аркаша придет тогда? Ну я не вылезу просто. Этого не будет. Ну в ванну, в смысле. Блять, я без пизды не знаю, где он. Ёб твою мать, где он? Ты за меня придурка-то не держи. Блять. Нет. Такого ничего не будет. Такого ничего не будет. Нахуй, все, пизда, пизда! Беги нахуй! Ой! Все, пизда, набирается нахуй! Все набирается! Где ты, ёпта? Ты куда? Я сказал нет. А я сказал нет. Я сказал нет. Нет. Пойдем, пойдем, скорее. Ой, блядь. Блядь. Пойдем. Диван с собой. Блядь. Не получилось. А, ебать, он кипяток. Я сказал нет. Ты куда смылся? Ты понимаешь, что ты после этого будешь... Я буду... Ой, все, извини. Блядь. Сейчас, ребят, доставка, короче, подъезжает вроде как. Но тут, если что, наготове. Надо, чтобы он как-то успокоился. Олег с пачки. Ты понимаешь, что после этого тебя будет вызывать, меня вызывать в полицию. Аркашу будет вызывать в полицию. Все. Мне это все настоебенило. Хватит. Ага. Я не хочу. Пойдем в ванну. Нет. Нет, я сказал. Я сказал нет. А я тебе телефон починю завтра. Не надо мне твой телефон. Я тебе телефон хотел подарить. Да, да, снимай. Ложись. Вон тут. Не, она пустая.
том-то и вся проблема, что пустая. Ага, набрать надо вначале? Лучше набери. Угу. И потом ты ляжешь, да? А? И потом ты ляжешь, да? Ну, только ты меня не утопишь. Не-не, ложись тогда сразу, нахуй. Не-не-не-не. Сделай, чтобы душ нормальный был. Угу, конечно. Теплый, да? Да. Угу, секунду. Что мне надо? Ложись вот сюда, в ванну. В ванну. Не полностью. Ну да, ложись вначале. Нет, ложись. Слышь? Да. Не полностью. Не, ложись просто. Вот так вот. Не, ложись ты туда. Это ж за телефон, это ж... Ложись, ты что? Айфон, если сделать. Да это зачем снимать, это пускай. Это мы не намочим практически. Угу. Не, ножки туда. Не, ножки, наверное, туда лучше. У меня больше других джинс нет. 12-й. Что? Вот. Так, получается, сейчас будем мыться, да? Только мы утопляем меня. Так, держи мыло. Вот, мыло для головки. Головки. Сейчас вот, тепленько. Ой, блядь. Вот. Угу. Сейчас, ребят, подбираю тепленькую водичку, секунду. Ага. Вот. Все, ледяная идет. Пиздец, я не то. Все, ледяная, короче. Вот. Все, тренинг, а самая холодная идет. Это контрастный душ, он всегда холодный для оздоровления. Ёб твою мать, Валентин! Валентин, доставка приехала еды. Вот, но зато у Валентина будет телефон скоро. Скоро это когда? Ну, как сделаем? Скоро это когда? А знаете, почему это происходит? Почему? Потому что рис не тот консистенция. А. А. Так, что можете сказать? Не то. Так, получается. А, вот. На дегустацию. А что не так?
Нет, ну я тебя дегустирую. Ты должен вот отгадать, что это за ролл. На первый взгляд. Стой, на внешний вид. Как? На внешний вид. Калифорния. Вау, ты разбираешься с суши. Угу. Как и говорил, что рис недоварен. Так, ладно, правильно. Переходим к следующему, да? Угу. Только можно без васаби? Да, конечно. Это что за ролл? Сёмга. Что? Сёмга. Да, все просто. Следующий, да? Так. Следующий у нас, по-моему, вот этот. Не надо мне там. А? Не надо мне ничего. В смысле? Добавок. Не, добавок нет. Ты видишь, он даже не берется. Ну да, да. Я скажу, что это ролл Калифорния. А что это? Уголь. Да, правильно. Очень много васаби. Там не добавлен васаби. Очень много. Так... Очень много. Там не добавлен васаби, ты чего хоть? А я говорю много. Значит, они неправильно сделали. Здесь уголь и сёмга. Угу. Я сейчас и говорю, рис недоварен. О, ну это банально. Как он вам? Жвачка. Кстати, вот это. Это урн. Ребят, я похаваю по-быстрому. Кушай. То есть, ну, грубо говоря, ты не советуешь, да, данное заведение? Нет, совета. А, совета. Совета. Ребят, приходите, кушайте. Особенно вам советую Филадельфию, Калифорнию. А что не советуешь? То, что с крабом не советую. Сколько хотят пропадать? Ну, я кашу говорил, 500 000 всего. Чего? Ну, я кашу говорил, 500 000 всего. Они согласны на это все? Да. Чтобы ты, типа, ну, хуёвые суши похвалил. Я не против. Тебя устроит такое? Да. Угу. 300 тебе, 300 мне, 300 Аркаше. Нет, в смысле? 500 000, 500 000. А, 500 000? Ну да. Ну, там примерно 150. 450 мне. Вот. Чего? А у вас там тележка. Не понял. Почему 450 тебе? Ну я ж продюсер. Нет, Аркаш. А. То есть 5000 для тебя это мало, да? Что? Ты... Подожди. То есть... Как ты хочешь? Как ты хочешь? Ну, 5000 тебе.
я это в реале все увижу. 5000? Да. Конечно. Ты меня не кинешь? Нет, конечно. Все. Договорились. 5000 тебе, 450 мне и 45 Аркаша. 5 тебе. Сделка года, блядь. Когда ты мне сделаешь телефон? Так мы же договорились. Мы договорились. Мы с тобой договорились. Угу. Через сколько? Стой, подожди, ебать. Я неправильно рассчитал за рекламу. Там получается, предлагают 500 000. Это ж получается, смотри, 450 мне, 45 Аркаша, 4000 доставщику, 1000 тебе. Почему я 1000? Ебать, 1000 за день, тебе чё, мало? А, там съемки 3 дня. Тебе чё, за 3 дня мало 1000 рублей? А Аркаша, не мало ничего? Не. А тебе не мало ничего? Не, нормально. Но говорю сразу, если ты получаешь зарплату вот в 1000 рублей, то еду сам себе покупаешь и водку. 1000 рублей? Ну да. Или 100 000? Нет, 100 000 это Аркаша, тебе 1000. Нет, я отказываюсь. За 1000 работать? Да. Ты чего? Соглашайся, все пишут. За 1000 рублей. Нет. Ну где ты больше получал, Валентин? Ну, блядь, Валентин, мне нахуй надо Катю содержать вообще-то. А мне надо себя как-то содержать. Ну, 1000, ты ёбнулся за съемки, за одни съемки. Нет, я сказал. Ты сколько себе берешь? Ну, 450. Тысяч. Ну да. А мне 1000. Да нет. Пошел ты нахер. Чего? Нет. Я сказал нет. Ну хорошо, оплата жилья и еды еще. Нет. То есть у тебя чисто. Да, я и так живу, блядь. Сотку. Сколько? Сотку. Ты, блядь, такие деньги в руках держал? Да. Да. Сотку. В смысле сотку? Рублей? Пачку сигарет? Не, ну можно, я согласен. 100 000. Сколько? Столько? Нет. Да. Но когда я узнал, что это масштабное, но нет. Я сказал сотка. Ладно, давай сотку, это годовой контракт, 100 000. Какой годовой? Каждый день съемки. И получишь в год 100 000. Не понял. Ну, короче, ну, да, дам тебе 100 000. То есть ты даешь мне 100 000, да. Контракт какой-то? Да, на год. А, и я что по этому контракту должен делать? Рекламировать хуёвые суши. Ладно, давай похуй, я позвоню в компанию сейчас. Какую? Ну вот, по хуёвым сушам. Ну, которые рекламу предлагают, которых ты рекламировать будешь. Давай. И ты поговоришь с менеджером. Да, давай. Так, сейчас. Давай, чтобы не откладывать ни на что. Да, ну ты сиди, да. Сиди, нахуй ты встаёшь. Не, я хочу просто покурить, потому что у меня сейчас... А, мысли у вас здесь. А, все, пойдем покурим. Поехали. Сейчас мне пока выкаскивай. Одну пачку, если купишь айфон еще. Так, вам наливать за успешную сделку или не надо? Да. Сейчас. Слышь, но как подписчиков будем травить, получается? М? Подписчиков будем травить, что ты хуйней? Понял.
Ну, сушами этими хуёвыми. Нет, как стримить, так и будем стримить. Нет, ну как, в смысле? Мы же будем рекламировать подписчикам эту хуйню. Ну, по сути. Сначала как пойдет. Не, ну смотри, они же сказали, там будут хуёвые суши, но ты должен их нахвалить в любом случае. И что? Ну, а подписчикам, получается, надо жрать эту хуйню, да? Ну, ты понимаешь, что если мы сейчас подписчикам скажем, что вот мы там продвигаем вот то-то, то-то, да. Хейтеры начнут ва-банк делать. Они будут говорить, нет, это хуйня, это пизда и так далее. Так слушаешь, и так хуёвые будут. Как мы перед подписчиками будем выкручиваться? Тогда подписчикам ничего не надо говорить. Что они плохие, да? Да. Будем говорить, что хорошие. Да. Ебать, это правильно? Не очень. А если нас смотреть перестанут из-за того, что мы хуйню рекламируем? Поверь, не перестанут. Четыреста косарей. Где тебе прилетит? Ну да, никогда не... 400 косарей. Где Аркаша прилетит? Где мне... 300 косарей прилетит. Тебе 300 рублей вообще. Что, ребят, звоню Аркаше. Обрадовать новостью. Алло, Аркаша, ты там выспался? Сейчас я поставлю от тебя на громкую связь. Валентин хочет тебя обрадовать. Аркаш. Да. Сегодня я подписываю договор о том, что ты получаешь 450 тысяч за год. О, заебись. А ты сколько? Я чуть меньше, это не важно. Сколько? 100. 100? Да. В год. 100 рублей? 300 рублей в день, короче. Будешь получать в год 450 тысяч. Нет, в месяц, Валентин, ты чё? Не-не, отказ, это мало в год. А. Отказ. Стоп, я же сказал, в месяц. В месяц. В месяц. А Валентин 100 тысяч в год, в год. У меня есть более выгодный контракт. Как? Кстати, там есть, там ты тоже прописан, Валентин. Какой? Смотри, контракт от пиццерии Додо. Это одна пицца в неделю плюс 500 тысяч в месяц. Это мне. И... Вот. А тебе один кусочек в день и ты получишь один пинок под жопу. Ебать, небо. Красиво. Оставь. О, сколько дыму. Да, они сейчас, блядь, если они все узнают, это пизда будет. Мне похуй. Подписчики, да? Блять, я не знаю, как они могут узнать. Если моя личность будет фигурировать, они сразу все узнают. Может, не будем тогда рекламировать? Нет. Не будем? Нет.
я хочу этот проект. Да нет, давай не будем подписчиков обманывать. Нет. А? Давай не будем подписчиков обманывать. Я хочу этот проект. Ну давай не будем подписчиков обманывать. Что ты предлагаешь? Отказаться. Нет. Нет. Давай откажемся, пока нет. Не поздно. Нет. Это ж хуже, чем казино рекламировать. Нет. Нет, я сказал. Куда ты? Ой. Блядь. Глянь, весь локоть себе разъебал уже. Ты куда, Вальцен? Даля. Стримлёшь-то? Да. Смотри, сколько. Давай. 120. Будь ты хуйня. 110. Посмотри сам. Пятьдесят, 30 килограмм, 35. Ну, блядь. На обе ноги. Ну вот, смотри сам. Да ну. Я не могу весить 110. Да вот, смотри сам, посмотри, сколько вешу, блядь. 115. Как-то так. Нихуя себе. Вот ты проглот. Сажусь. Ага. Ебать ты тяжелый. Ты что, ты в спортзал ходишь? Нет. А откуда у тебя так? Ты тяжеловес получается. Давай. Раз Аркаша у нас в полиции. Неизвестно на какой срок. Звони этому. Я хочу с ним. Ну, мы как бы обсудили все. Нет. Что вас не устраивает, Ганич? А? Что вас не устраивает, Ганич? Нет, не устраивает одна сумма. Слушай. Не 100 000 в год. Нет, 100 000 в год, все правильно. Вы подписали уже контракт. Я еще ничего не подписывал. Вербально. Вербально тоже ничего не делал. Самое главное, мы зашли на ваш стрим и увидели то, что вы совершенно пьяный человек. А вы не думаете, что это все игра? Актерская игра? Конечно. У нас есть условия. Вы еще должны быть в костюме суши иногда наряжаться и ходить по городу прям. То я должен. Костюм суши надевать и выходить на улицу, рекламировать наш ресторан. Нет, такого нет. Вы не хотите повышать деньги? А как же ваш парень Аркадий? А он правильно делает. Он правильно живет. Я не хочу быть пугалом, сказал Валентин. Он смотрит, что вы должны быть трезвым. Я могу сделать одно для каждой вашей сети. То, что я прихожу и кушаю за свой же причем счет. И это то, что какие прекрасные суши. Валентин, а вы понимаете, то, что суши у нас не очень, вы должны будете брать люди. Я знаю, что они у вас не очень. Но перед вашей какой-то
извините, сушной. Я тоже в клоуне кого-то либо тоже не собираюсь прыгать. Нет, мне это не интересно. Всего доброго. Наши отношения закончились. 100 000, Ганичев, что вас не устраивает? Я не понял, а? Да пошел ты нахуй! Сам прыгай, блядь! Все, вешай трубку. Обрубать или да. Обрубай, обрубай. Может, договоритесь? Нет, нет, он уже начал. Может, договоришься хоть? Это ж 100 000. Я сказал нет. Ну попробуй хоть. Нет. Ну, Валентин, мне 500 000 в месяц не лишнее. А мне, блядь, так, тогда, может, ты будешь прыгать, а? В смысле? Ну ты просто в сушу переоденешься. Нет, всё. Я сказал нет. Все, вырубай его нахуй. О, это Аркаша, наверное. Вот так встреча, да? Аркаш, Валентин контракт сорвал. Не понял, какой нахуй контракт, блядь? Пошел нахуй. Пошел нахуй. Ты что, контракт сорвал, блядь? Долбоеб, я нахуй с Додо Пиццы, блядь, расторгнул. Ты дебил, как мы будем бабки рубить, блядь? А ты ведро нахуй. Кончалыга ты нахуй, сука, блядь. Ты чё? Ебай. Как ты меня назвал? Крещ? Как? Крещ? Убирай, пизда! Просто зашел в ходу, блядь! Хуя! Все нормально, блядь! Ах, вот в этом вся причина? Чё ж ты мне это раньше не говорил? Я не собираюсь бегать 5 раз в неделю в каком-то костюме. Ты кончишь мне нахуй? Что ты делаешь, блядь? Так. Сука, блядь. Что ты делаешь, дебил, нахуй?
Валя, Валя, проснись. Аркаша запер тебя в квартире, а сам ушел с проституткой. Валя, Валя. Называй. Сказал. Вы что, не умеете, что ли? Маш, их учить надо, что ли? Ну, пусть открывают первые. Виктор Иванович плохо. С ноги! Опера. Маш, Виктор Иванович плохо. Сейчас нам с вами плохо станет. Чуть-чуть. Ищи прокурора! Ищите прокурора! Ломайте дверь! Ломай дверь, блядь! У меня прокурор пропал! Ломай дверь, прокурор пропал! Прокурору плохо! Вы что делаете? Пожалуйста, откройте. Я тоже домой хочу. Сделайте, пожалуйста. Нельзя же так. Но я сейчас буду вынужден написать жалобную. Ну что мне, жалобную писать, что ли? Хорошо. Сажусь, пишу. Начальнику Ковину.
Так, либо ты открываешь, либо Марья Сергеевна. Нечего спать, ложиться. Что тут происходит, блядь? Так. Вот правильно человек говорит. Блять, было принято решение реально починить. Да. Что? Я просто заебанный пиздец. А? Что ты, блядь? Стоп. Подожди. Какой правильный? Ебать, шуешник, вот вы прикиньте. Какой? Я бы сейчас спал бы, блядь. Какой?